Я хочу начать с негатива. Это нетипично для меня, но я хочу поговорить о том, чего нам стоит избегать с самого начала. Да? Я хочу начать с учения Иисуса в Евангелии от Матфея, 23 главе. Его слушатели — религиозная аристократия Иерусалима. Это верхушка сильного мира, влиятельные люди. Они хорошо обучены, у них множество ресурсов. Это лидеры, которые управляют социальной жизнью страны. Хотя у них есть римский губернатор, именно они управляют Иудеей и Самарией. Им нужен этот еврейский орган, чтобы удерживать свою власть. Иисус обращается к этой группе людей, и вот что Он говорит. «Горе вам, вожди слепые». Хочу остановиться на минутку. Сам я вырос на ферме в Теннесси, и я помню, как у нас лошадям закрывали глаза. Что делают, когда хотят поставить лошадь в упряжку? А вот вы деревенщина. Но Иисус говорит здесь не об этом. Он говорит о горе. И это не просто предупреждение. Это предостережение. Предупреждение — это когда мы говорим «я бы так не поступил». А предостережением — это когда мы говорим «тебя ждет нечто». Это более резкое слово. Иисус выбрал весьма резкое слово «горе вам». А потом Он говорит «вожди слепые». Как-то мы были в Италии, проводили исследование. Со мной было несколько человек, и я договорился о том, чтобы нас повел гид. И когда пришел этот гид, то оказалось, что он не говорит по-английски, а я знаю на итальянском лишь пицца и спагетти. Я два дня был посредником между людьми, которые были со мной, и человеком, который не говорил по-английски. Это было то еще приключение. Итак, вожди слепые, вы говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные слепые, что больше золота или храм, освящающий золотом. Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Они унижали вещи Божии и возвышали свои, безумные слепые. Что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе. Суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отсаживающие комара, а верблюда, поглощающие. Звучит странно. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисеи слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Люди постоянно говорят, что Иисус говорил лишь о любви. Это была часть Его послания, но не все Его послание. Эти слова не похожи на любовные объятия. Да? «Горе вам, вожди слепых». «Я предупреждаю вас, что вас ждет суд». Так он сказал. И где я уж точно не хочу оказаться, так это в данных стихах. Наименования изменились. Но я не хочу оказаться в числе людей, которым Иисус скажет «горе вам». Я готов на все, чтобы выбраться из такой группы, если вдруг окажусь в ней. Я изменю привычки, поведение, своих друзей. Я сделаю все. Я хочу, чтобы Господь улыбался, думая обо мне, а не злился. Вы со мной? Было время в нашей истории, когда хватало и пассивной веры. Вы могли считать себя христианином, принимать свои решения, а вере и тихо, спокойно стоять в тени. Тогда это было нормально. Но я не думаю, что в том сезоне, в который мы вошли, ваша вера выживет, если вы будете пассивны. Мы должны научиться проявлять свою веру. Та же книга, Евангелие от Матфея, 15 глава. В этот раз Иисус обращается к ученикам. Он говорит, «Оставьте их, они слепые, вожди слепых». А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Иисус говорит с учениками о лидерах их духовной общины. Он не сказал «молитесь и поститесь за них, чтобы они пережили обновление». Он сказал «оставьте их».
а не слепые вожди. Я хочу, чтобы мы поняли, что бывают моменты, когда мы должны отделиться от вещей, которые ограничивают наши возможности с Богом. Бог может послать вас назад в качестве посла с миссией. Но когда вы меняете направление, цель, фокус, пытаетесь обрести свободу и новую чистоту, новое движение в жизни, то часто это связано с отказом от чего-то. Это может быть ваше время, привычки, ресурсы, люди, которых вы приблизили к себе. Вам нужны новые голоса, которые ободрят вас в вере. Я не знаю, как это выглядит, но я не хочу оказаться в числе тех, кому скажут «горе» или «стой». Бог не тратит своего времени, чтобы говорить вам «стой». Он говорит нам «давай». Когда Иисус собрал учеников, то не сказал им «перестаньте делать то, что делали». Он сказал «следуйте за мной». А мы поменяли все. Он не пришел, чтобы остановить нас. Он пришел, чтобы мы последовали за Ним. Пора оставить скамьи и спуститься на поле, вступить в игру. Разве это не лучше? Не переживайте о других вещах, которые ограничивают вашу эффективность. Я не буду говорить вам, от чего вам нужно отказаться. Дух Святой откроет вам это. Ведь если вы хотите сотрудничать с Господом, то должны понять, что не можете нести лишние вещи. И когда вы оставите все, что, как вы знаете, вам нужно оставить, Дух Святой покажет вам то, что все равно ограничивает вас. Он принесет свободу в вашу жизнь и освободит вас от того, что вы даже не считали преградой. Ведь стоя в тени, вы не видите, от чего вам нужно избавиться. Но когда вы выходите на свет, все это становится очевидным. Дух Святой поможет вам. Иисус говорит «следуй за мной». Это так захватывающе. Он знает о вас то, что вы никогда не хотели бы услышать, но Он все равно говорит «следуй за мною». Вы такие спокойные. Давайте представим, что настало время игры, и мы должны быть готовы. У нас есть лишь несколько минут, и поэтому мы посмотрим на ключевые вещи. Я считаю, что суть в том, что мы должны быть практиками веры, а не накопителями идей. Мы не должны быть источниками информации. Я люблю учиться, изучать. Я мог бы остаться в университете, если бы Господь позволил мне. Но цель нашей веры — не накопление информации. Ведь в таком случае мой компьютер — это святейшее место. Наша задача — быть практиками того, что мы знаем и во что верим, перенести из теории в практику жизни. Писание показывает нам, что Бог работает через людей. Он не просто вмешивается сверхъестественно в историю, но работает через людей. Когда Он послал Своего Сына, то послал Его стать одним из нас. Он не послал ангела с посланием. Дух Святой расширит наше понимание, когда мы будем следовать за Ним. А теперь посмотрим на Евангелие от Луки, 10 главу, 1 стих. Это Иисус. «После сего избрал Господь и других 70 и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти». Это было послание. «Жатвы много, а делателей мало. Молите Господина жатвы послать делателей на поле». Иисус не просил их делать чего-то, чего Он Сам не делал. Не просите Бога поднять праведность нашей страны, если вы сами не делаете чего-то для роста праведности в стране. Не просите у Бога лучших лидеров, пока вы сами не начнете вести в вере. Не просите Бога поднять кого-то, кто выступит против того, что вам не нравится, пока вы сами не начнете использовать свой голос или влияние в этой сфере. А когда вы начнете делать это, вы сможете сказать: «Господи, подними делателей на поле». Это команда для Иисуса. Я не хотел бы быть лидером малой группы, чтобы Иисус пришел ко мне и спросил, как у них дела. Я знаю, что он не расторопен, но он хоть попробовал. Посмотрите, с чем они вернулись. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем».
Они не знали, чего ожидать. Они знали, чего ожидать, когда Иисус служил, но не знали, что будет, когда начнут служить они. И тут они возвращаются и говорят: «Кое-что из этого работает даже у нас». Деяния, 2 глава. В 1 Иисус вознесся на небо, и во 2 ученики уже были сами. Новый опыт, Пятидесятница, и каждый день единодушно пребывали в храме. У них были большие собрания в храме. У колоннады Соломона собирались тысячи людей, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Как часто люди принимали веру? Ежедневно. Нам нужно перенастроиться. Я ожидаю, что каждый день кто-то будет говорить: «Я должен узнать Иисуса». Каждый день. Было бы ужасно, если бы мы не слышали о том, что каждый день кто-то принимает Иисуса благодаря нашим действиям в общении. Спасибо за ваш энтузиазм. Вопрос не в нас. Мы не смогли исцелить насморк. Мы бездействуем, потому что фокусируемся на себе. Что они подумают? Что скажут? А что, если ничего не случится? Я лишь хочу пригласить Бога в наши условия. Я доверяю Ему. Я дырявый сосуд, но я доверяю Ему. Поэтому слушайте и говорите смело. Давайте помолимся. Пусть им поможет Иисус. Аминь. Этого достаточно. А затем идите дальше. Мы можем строить на этом. Это не единственная молитва. Но если вы не делаете этого, то нет смысла говорить о том, что дальше. Я приведу вам места Писания. Хочу, чтобы вы увидели, насколько это важно. Пятидесятница, 2 глава Деяний. Церковь впервые выходит на публику без Иисуса. Это их первый выход без присутствия Иисуса. Петр делится первой проповедью без Иисуса. И 3000 человек в Иерусалиме, где не так давно кричали «распни его», говорят: «А что нам делать, дабы спастись?» 3000 человек спаслись в тот день. Мы явно отстаем, но посмотрим на Деяния 3 главу. Петр и Иоанн идут в храм, они набожные иудеи. К Петру обращается нищий, который вскоре исцелится. Петр говорит: «Посмотри на нас». Человек посмотрел, ожидая взамен денег, а Петр говорит: «Серебра и золота у нас нет, но что имею, даю. Во имя Иисуса Христа из Назарета, иди». Это молитва из одного предложения. Он решился помолиться за него. Бедняга просил денег, а Петр сказал: «Давай помолимся. Во имя Иисуса иди». И он поднял его. Этот человек начал бегать и прыгать, прославляя Бога. Это взбудоражило город. За один день Дух Святой сделал то, чего не бывало ранее. Иерусалим был в восторге от имени Иисуса, от силы имени Иисуса. 4 глава. Знаете, что случилось с Петром и Иоанном после этого чуда? Их арестовали. Арестовали? Церковь 21 века в Америке считает, что мы первое поколение, столкнувшееся с такой реакцией. Мы не должны говорить об Иисусе на работе. И ему не рады в университетах и государственных школах. Они используют для этого мои деньги с налогов, но не хотят видеть моего Иисуса. Мне кажется, что все начиналось с того, что без представительства нет налогов. Нас слишком долго стригли. Мы трудимся на льва из колена Иудина. Это может повлиять на отношения и на дружбу. Вы можете потерять сделку, но я думаю, что если вы угодны Богу, у вас все получится. Бывают краткосрочные проблемы. Но долгосрочные преимущества перевесят странность этого момента. Не хочу, чтобы вы были разъяренными, злыми критиками. Я хочу, чтобы вы были защитниками, были за что-то. Петра и Иоанна отпустили, им угрожали, конечно, и в 4 главе они встречаются с другими верующими. «И ныне, — сказали они, — Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание
делание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. Слышали? Если бы в 21 столетии мы собрались вместе после того, как нас выпустили из тюрьмы, то спросили бы лидеров, что нам делать, чтобы немного смягчить риторику. Наш язык должен быть инклюзивным. Мы пробовали это, но многие обиделись. Наши фото не очень хорошо выглядели в медиа. Как нам исправить все это? Я правда? Послушайте, что они сказали. «Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». Они решили поднять градус. А затем они попросили кое-что у Бога. «Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. Боже, пусть Твоя сила явится в этом городе, пусть она проявится в Теннесси и в нашей стране. Мы можем просить об этом. Сколько проповедей мы должны услышать, прежде чем начнем молиться? Мне интересно, кто из вас скажет, я пережил подобное в своей жизни, только посмотрите». Я знаю, что некрасиво вставать во время служения, но я отменяю это правило на одну минуту. Поднимитесь на минуту, пожалуйста. Ну что ж, посмотрите, вы взяли с людьми, которые пережили подобное. И когда вам в следующий раз скажут, ну, я не знаю, творит ли Бог чудеса или нет, скажите, я знаю сотни таких людей. А ты с кем дружишь, друг мой? Ну а теперь второй вопрос к вам. Кто из вас нуждается в подобном в своей жизни? Можете присаживаться. Ну что ж, второй вопрос. Повторю, вы нуждаетесь в подобном в своей жизни? Вы же только что вставали. Уверен, что если бы я расспросил вас об этом, то вы бы сказали, что Бог сделал что-то для вас, когда вы были далеки от идеала, когда еще были проблемы. Я правда? И тот факт, что Бог совершил чудо, не означает, что вам не нужна Божья рука в вашей жизни. Чудеса не всегда убирают всю боль, страх или причины, но они придают вам уверенность в том, что Бог существует и что Он работает с вами. Я бы хотел помочь вам увереннее вести других к точкам веры. Вы можете сделать это? Я поделюсь с вами еще одним инструментом. Хочу, чтобы вы положили его в свой набор. Я верю, что каждый из нас может помочь кому-то попасть в Царство Божие. Не просто пригласить в церковь или помочь стать христианином. Вы можете помочь человеку стать частью Царства Божьего. Это не удел деноминации или богословия. Тут все дело в личности, и эту личность зовут Иисус. Евангелие от Иоанна 3 глава. Это последнее место на сегодня. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью, потому что не хотел, чтобы его увидели, и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Почему же Никодим пришел к Иисусу? Он сказал, он не сказал, я пришел к тебе, потому что выслушал тебя и понял, что ты очень умен». Он не сказал: «Мне нравится, как ты проповедуешь». Он не сказал также: «Мне нравится вид синагоги, в которой ты проповедуешь». Группа прославления, что была перед тобой, была лучшей. Нет, он сказал Иисусу, что человек не может творить такие чудеса, если не будет с ним Бога. В Новом Завете главной дверью для расширения Царства Божьего была не умная и логичная презентация, хотя все это и было у Иисуса, а проявление силы Бога. И в ближайшее время нам будет нужна уверенность, чтобы приглашать Бога в наши условия для проявления Его силы. Мы не обхитрим зло и не превзойдем его в силе и организации. Зло уступит лишь перед силой, которая больше его. Если мы хотим жить в победе,
а я верю, что так оно и будет, то нам нужно научиться приглашать силу Божию. Никодим понял это. Он лидер и поэтому хотел узнать о ней. И поэтому он пришел к Иисусу. Иисус сказал ему в ответ: «Истина». Вот сразу становится ясно. «Пристегнись. Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим, ты не увидишь Царство, если не родишься свыше. Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Если кто в Иерусалиме считал себя частью Царства Божьего, то точно Никодим, он был в числе избранного народа Божьего. Их связь с Богом шла от Авраама. У них были и другие главы. Иеремия был членом их семьи. Давид был у нас на дне благодарения. Это наша родня. Это мы. Кроме того, он фарисей. У него лучшее образование. Он глава среди фарисеев. Он выполняет правила. Он лучше всех, он готов. Но Иисус говорит ему: если не родишься свыше, то не увидишь Царства Божьего. И он не обиделся. Никодим не злится, но размышляет и говорит: постой, это невозможно, я стар. А Иисус отвечает в 5 стихе: «Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух». 7 стих — мой любимый фрагмент в данной истории. Иисус говорит Никодиму: «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Он очень нежно перенаправляет Никодима. Он не говорит ему: «Горе тебе». Он говорит: «Никодим, я удивлен тому, что ты не понимаешь этого. Ты же изучал Писание. Ты видел дела Божьи. Ты ищешь Бога. Мы не видим критики или осуждения». Иисус говорит ему: «Никодим, в чем дело? Ты должен это понять. И мы тоже. Наша цель не просто привлечь людей в церковь или правильно понять доктрину и исправить их жизнь. Если вы приведете их к Иисусу, Он поможет им найти общину, в которой они смогут расти. Он поможет им разобраться в жизни. Мы должны быть адвокатами и послами Иисуса из Назарета. Он делает жизнь лучше. Так как же помочь кому-то родиться свыше? Вам нужна уверенность в этом вопросе, как ни в чем другом. Писание говорит, что для того, чтобы спастись, мы должны исповедовать устами и верить сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Все начинается с проявления веры в сердце и на словах. Я подготовил вам молитву, которая есть в ваших примечаниях. Я еще не закончил, но я хочу, чтобы вы прочитали эту молитву со мною. Она сзади. Я хочу, чтобы это была ваша молитва. Если хотите, можете выучить ее наизусть. Если же вы более продвинутые, то сделайте фото на смартфон, и она всегда будет рядом. Но вы должны быть готовы к тому, чтобы достать ее в любой момент. Не так: «Ой, где же она? Нужно позвонить пастору». Я договорюсь, чтобы ты мог встретиться с кем-то в церкви. Я люблю Иисуса. Ты хочешь стать христианином? Я дам тебе номер. Вы сами можете сделать это. Давайте прочитаем эту молитву вместе. Всемогущий Бог, я грешник, и мне нужен Спаситель. Я верю, что Иисус — Твой Сын. Он умер на кресте и воскрес из мертвых. Прости мне мои грехи. Я прощаю всех, кто грешил против меня. Иисус, будь Господом моей жизни. Я ставлю Тебя в приоритете. Я буду служить Тебе как Господу и Царю. Спасибо, что принял меня в чудесную семью Божию». Услышав это, скептики скажут: «Они могут повторить, но они не понимают ничего». Вы правы, пусть будет благословен ваш взгляд. Большинство из вас стояли перед алтарем и говорили «обещаю», абсолютно не понимая, на что вы подписывались.
Если бы вы понимали, то сказали бы максимум... Я постараюсь. На самом деле вы говорили «обещаю», потому что это была вся ваша глубина на тот момент. Вы можете посвятить себя, не полностью осознавая все преимущества или все возможности, но этот шаг открывает путь к сверхъестественному. Это не что иное, как наши первые шаги в путешествии с Господом. Я служу в этой церкви уже более 30 лет. За это время я увидел, как церковь выросла с нескольких сотен людей до нескольких тысяч. Я открыл для себя, что дело вовсе не в размере церкви. Все дело в том, чем наполнены сердца людей в этой церкви. Мы не призваны развлекать христиан или угождать христианам, которые приходят сюда каждую неделю. Но мы должны стоять плечом к плечу и превозносить имя Иисуса в наших сообществах. Я молюсь о том, чтобы Бог открыл ваше сердце и разум и показал вам, как вы можете вложить себя в Божье дело там, где Бог вас насадил. Отец, я благодарю тебя за каждого, кто сегодня слышал это послание. Дай нам мудрости продвигать служение Христу, вдохновлять тех, кто служит вместе с нами, и приглашать других в Царство Божие. Спасибо за то, что ты будешь делать, и мы молимся тебе во имя нашего Господа Иисуса Христа. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Иисус — главный якорь нашей души. За ваше пожертвование сегодня вы получите аудиодиск с проповедью пастора Аллена «Непоколебимый на скале». Эта проповедь укрепит вашу веру, научит преодолевать страхи, утверждаясь в уповании на Господа, и также поможет вам принимать решения, которые влияют на всю вашу жизнь. При пожертвовании от $40, вдобавок к диску вы получите 4 подставки из дерева акации и мрамора с надписью «Господь моя скала». Чтобы сделать пожертвование, звоните нам по телефону на экране или зайдите на наш сайт. Спасибо за поддержку нашего служения. Вместе мы можем гораздо больше. Иисус — главный якорь нашей души. За ваше пожертвование сегодня вы получите аудиодиск с проповедью пастора Аллена «Непоколебимый на скале». Эта проповедь укрепит вашу веру, научит преодолевать страхи, утверждаясь в уповании на Господа, и также поможет вам принимать решения, которые влияют на всю вашу жизнь. При пожертвовании от $40, вдобавок к диску вы получите 4 подставки из дерева акации и мрамора с надписью «Господь Путь моя скала». Чтобы сделать пожертвование, звоните нам по телефону на экране или зайдите на наш сайт. Спасибо за поддержку нашего служения. Вместе мы можем гораздо больше.